Приветствую! Это Sapient, и мы продолжаем погружаться в мод GregTech 509 на идеальной индустриальной сборке. И в этой части мы будем дружить между собой железные дороги и Advanced Miner 2. Но для начала, как обычно, небольшой обзор изменений, произошедших за кадром. В логику работы вот этих турбин вкралась не одна-одна небольшая недоработка которая заключается вот в чем. Если у меня и газовые, и паровые турбины включаются и выключаются одновременно, и, и те, и другие работают только пока э, есть место в энергохранилище, то тогда ни метан, ни биогаз не смогут израсходоваться никогда вообще совсем, потому что существенную часть времени турбины будут просто простаивать. А ведь э, до появления больших газовых... Мой, в частности, метан перерабатывался в маленьких одноблочных газовых турбинах в четырех штуках среднего напряжения, и они работали постоянно. Соответственно, мне стало необходимо уровень сигнала от моего бадбуфера каким-то образом дифференцировать и включать не все энергогенераторы разом, а, скажем так, каскадно: сначала одну группу, потом вторую, ну и потенциально я сделал возможным включать еще и третью. И схема для этого дела выглядит вот таким образом. У меня есть три разных цветных выхода: желтый, оранжевый и красный, которые включаются по очереди. То есть желтый включается, когда уровень энергии в батбуфере падает до шести. Если он продолжает падать и снижается, скажем, до э, 4, то тогда начинает выдаваться еще и оранжевый сигнал и включать следующую группу энергогенераторов. Если он продолжает падать дальше и падает до 2, то это, соответственно, приводит к тому, что начинает выдаваться красный сигнал и включает третью группу энергогенераторов. Ну и, соответственно, каждая группа работает в своем диапазоне. Желтая, соответственно, с 6 и до максимума, ЕФ. А, оранжевая работает от 4 и до D. То есть у нее диапазон такой же широкий, но смещен вниз. А сигнал включения на пару единиц и сигнал выключения тоже на единицу. Ну и красные включаются совсем низко, когда на входе 2, и выключаются, когда на входе C. То есть еще на два на пункта ниже включения и на один пункт ниже выключения. Таким образом, если у меня на желтом сигнале будут висеть мои газовые турбины, а именно они сейчас на нем и висят то они будут работать все то время, пока сигнал гуляет между э, шестеркой и полным энергохранилищем. А вот если уровень сигнала опустится ниже шестерки и достигнет четырех, и если бы к оранжевому, ну в моем случае э, паровые бойлеры подключены к красному, то есть на оранжевом не произойдет ничего, а вот на красном, кроме газовых турбин, заработают еще и паровые бойлеры. Заработают на двух их суммарная энерговыработка превышает э, энергопотребление общее всей моей текущей индустрии. Соответственно, уровень сигнала начнет расти, поднимется до С, после чего бойлеры выключатся. Газовые турбины все это время будут продолжать работать. Таким образом, у меня э, Грубо говоря, смещается приоритет В сторону использования жидкого топлива Что, собственно, и являлось целью Ну, просто потому, что э, Хранить жидкости гораздо менее удобно Чем предметы Предметы в МЕшку закинул В виде блоков чарколы И все хорошо А под жидкости нужны танки, все такое И еще один нюанс Совершенно случайно наткнулся Дело в том, что любой вход Что аналоговый, что цифровой Даже не важно, на что настроенный можно просто левым кликом мышки повод внутренности входа включить или выключить. Ну, по крайней мере, этот точно можно. Этот, если переключить куда-нибудь, то тоже можно. А это также можно использовать для отла... в отладочных целях, грубо говоря. Правда, включается не конкретный вход, а вся сторона с этими входами. Поэтому будьте с ними немножко аккуратнее, но в целом, в общем. Ну, а так как видите, схема простейшая, SRLH на каждую пару. Плюс э, общий сигнал подается либо с правой, либо с левой стороны о том, что нужно включить все энергогенераторы. Ну, некоторый, не то чтобы аварийный, а скажем так, на случай, если у меня предполагается э, очень большое энергопотребление, явно превышающее производство, то я могу включить все, все генераторы заранее. Ну и плюс для того, чтобы вывести систему из какого-нибудь э, подвисшего состояния, если я не помню, в каком именно режиме они находятся. Э, всегда можно нажать кнопочку, и, соответственно, э, все турбины заработают и проработают до тех пор, пока энергохранилище не наполнится. Ну а кнопочка, соответственно, расположена вот прям тут. И, соответственно, выход от э, второй версии. Контроллера для энергии разделяется на три цветных кабеля, которые благополучно подключаются каждый к своему входу изолированного редстоун-кондуита, которые делаются в ассемблере из обычного редстоун-кондуита с добавлением небольшого количества кондуит-байндера и умеют точно так же передавать до 16 цветовых каналов. Давайте сейчас переключим его на редстоун. Включим какую-нибудь сторону И на каждую из сторон они могут Выдавать, соответственно, любым цветом Сильный или слабый сигнал Ну и принимать точно так же Я посчитал Совершенно разумным использовать Соответствующие цвета Что на выходе Из контроллера, соответственно, и в Бендед кабеле, что и В изолированном Редстоун кондуите. Так, но здесь он мне Все-таки не нужен. Вот Прямо сейчас у меня еще после запуска всей этой системы энергохранилище ни разу не заполнилось до такого уровня, чтобы отключился хотя бы один из вот этих вот сигналов. Но первым выключится красный, и именно он подведен к бойлерам. Вторым выключится оранжевый, который прямо сейчас не используется нигде. И только когда энергохранилище будет совсем полным, отключится желтый и остановятся турбины газовые. Но, насколько я понимаю, этого не произойдет, поскольку общее суммарное энергопотребление превышает энерговыработку только газовых турбин. Соответственно, цель достигнута, и вот это вот хранилище, я надеюсь, не успеет переполниться до тех пор, пока газовая турбина сожжет э, весь вот этот вот метан. Ну или я ее ручками переключу. А еще, как вы могли заметить, чисто для симметрии собрал и поставил третью газовую турбину. Прям сейчас не используется никак, но я думаю, в будущем не помешает. Ну что ж, а теперь давайте переходить к основной задаче на этот выпуск. А, дело в том, что моя МЕ сеть, скажем так, ну уже прилично разрослась для того, чтобы э, на нее перестало хватать одного контроллера. Это не то, чтобы уже случилось, но это достаточно близко. И в целом, какая индустриалка может быть без хорошей разветвленной МЕ-сети? А на ее развитие требуется приличное количество кварца. И незер кварца, и цертус кварца. И если в незере на обнаруженный, в смысле, надавно обнаруженный, прям неподалеку от портала жили кварца. У меня уже поработал разок э, Advanced Miner, правда, из Industrial Craft. И этого самого Nether Кварца мне прилично накопал. То вот с с кварцем все не так радужно. Ближайшие жилы находятся где-то далековато, вот аж здесь. Но, к счастью, не так далеко и по прямой, и что самое главное прям две штуки рядышком обнаружились жилы кварца вот тут. Соответственно, у меня возникло желание поставить куда-нибудь сюда вот Advanced Miner, еще один, и проложить к нему железнодорожную ветку с тем, чтобы поезда, во-первых, снабжали его электричеством, во-вторых, привозили мне от него готовую продукцию. И, собственно, сама железнодорожная ветка уже готова спасибо туннельному буру он с этими горами шикарно справляется ну и э, парочка небольших расчетов подгонок и вполне себе симпатичные и аутентичные э, роскосные фирмы вполне себе применяющиеся для мостостроения в реальной жизни у меня есть а сама башенка и даже майнер второй майнер тоже благополучно собраны и установлены, осталось самое интересное – снабдить все это дело необходимой инфраструктурой. Подавать к нему электричество, подавать к нему... Ну, на самом деле, подвозить к нему смазку я, наверное, не буду, потому что стека капсул со смазкой хватает, скорее всего, на весь цикл работы. А вот привозить энергию и забирать готовую продукцию – таковая, таковы и является основная инженерная задача. Вагонетка с MFE карт, точнее, вагонетка с МФЕ а, или МФЕ карт а, может перевозить до 4 миллионов ию за раз. А Advanced Miner 2, кушая по 48 EU за тик, будет выедать этот объем в течение более чем часа реального времени. Соответственно, для обеспечения его непрерывной работы необходимо, чтобы поезд к нему приезжал хотя бы раз в час. Ну, разумеется, э, за это время он выработает гораздо больше продукции готовой, чем влезет даже ну, в 2 или там, в 3-4 в чест-карт, поэтому поезда, разумеется, будут ездить чаще. Но в целом, как видите, э, чисто по математике, снабжать Advanced Miner электричеством при помощи MFE-карт и, в принципе, железной дороги никакой особой сложности не представляет. Для того, чтобы этот самый МФЕ карт зарядить энергией, Необходимо в Energy Loader положить один трансформер апгрейд Поднять таким образом тир напряжения до полукиловольта Ну и кормить его любыми батарейками или непосредственно проводами Или через трансформаторы, как пойдет полукиловольтным напряжением из GregTech а, И вот они благополучно заряжаются Если поделить 4 миллиона на 512 юзатик То мы получим величину чуть более 6,5 минут Ровно столько времени необходимо для того, чтобы зарядить, заполнить энергией МФЕ-карт, ну и освободить его от электричества полностью, соответственно. То есть время стоянки э, моего поезда, скорее всего, будет где-то в этом диапазоне 5-6 минут, в зависимости от... Ну, в зависимости в том числе от частоты, с которой он будет двигаться, и от расстояния, и от его скорости и так далее, важно, чтобы энергия доставлялась майнеру со скоростью не меньшей, чем она им расходуется. Еще один момент касается скорости. Скорости, с которой электровоз тащит состав с МФЕ-карт. Видимо, она очень тяжелая потому что скорость движения всего состава составляет всего лишь 2,2 км в час. Не то чтобы это прям уж сильно критично, но дело в том, что каким-то участком железной дороги у меня будут пользоваться одновременно два состава. И тот, что будет ездить к Advanced Miner, и тот, что ездит к моему индустриальному огороду. Поэтому занимать этот участок слишком уж надолго было бы не очень здорово почему имеет смысл к этому составу прицепить два электровоза. И вот вдвоем они тащат все это дело уже гораздо веселее. Причем все это происходит вполне себе на первой скорости. Причем как по горизонтальной поверхности, так и в гору. Ну а собрать второй электровоз, в общем-то, проблема небольшая. И еще такой нюанс. А если время стоянки и зарядки МФЕ-карт на базе будет больше, чем время стоянки и разрядки МФЕ-карт около майнера, то тогда для этого состава не нужно еще цеплять дополнительный вагон с батарейками для провозов. Потому что остатка энергии в этом самом МФЕ-карт им и так вполне спокойно хватит на обратную дорогу. Далее. Поскольку по железной дороге будут ходить два разных состава то на станции мне нужно соответственно отдельное место для каждого из них, ну и плюс еще один запасной путь, мало ли когда понадобится какой-нибудь третий состав. Плюс ко всему они будут несколько длиннее, чем те, которые ездят вот прямо сейчас. Поэтому весь вот этот вот сектор будет отдан под э, железнодорожную станцию под погрузку и разгрузку. А вот отсюда составы будут приезжать, а, в зависимости от цвета локомотива будут поворачивать по одной из стрелок и становиться на разгрузку. Где-нибудь здесь вот нужно будет разместить, соответственно, холдер-трек, hold, для того, чтобы он задерживал весь этот состав. Ну и плюс придумать логику для того, чтобы они не сталкивались вот на этом участке пути Чтобы выезжать со станции мог только один состав за раз И второй не мог двигаться до тех пор, пока этот вот участок не освободится Ну да ладно, это все немного позже А пока что нужно поставить состав на место, на место его стоянки И понять, где будет располагаться какой из вагонов И куда какой лоудер-анлоудер необходимо размещать этот самый локинг трек, я ошибся немного в названии, делается из бустер трека и двух обычных кнопочек. Ну, а бустер, в свою очередь, напомню, в ассемблере обычный трек, немножко золотых, золотой проволоки и жидкого редстоуна. Такс, окей, поставили, размещаем. К счастью, МФЕ карт может принимать электричество любого тира не выше чем, поэтому его вполне можно накормить э, какой-то энергией из батарейки, вот любой имеющейся, хоть ЛВ, хоть МВ, без разницы. И тогда, соответственно, состав сможет приехать сюда своим ходом, но ровно это с него и требуется. Так, режим у нас здесь должен быть что-то вроде э, train, локинг, причем односторонний. Вот он, Train Boarding Mode. Вот. Он будет удерживать весь состав и отпускать тоже будет весь состав. Ну что ж, давайте теперь запустим его. О, только нет, 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 не сюда. Не сюда. Не нужно, пожалуйста, повернитесь все вперед. Да, вот так вот гораздо лучше. Спасибо, поехали. Во, приехал, остановился, встал. Все замечательно. Вот ровно так он и будет стоять электричество, соответственно, эти локомотивы, когда стоят, не едят. Значит, здесь мне нужно будет поставить, ну или вот с этой стороны, скорее, Energy Loader для этой MFE карт. А здесь раз, два, ну и, наверное, здесь вот три анлоудера для предметов прямо по DLC, ну, ровно по аналогии с вот этими. Вот приблизительно как-то так. Ну и в Energy Loader обязательно размещаем один трансформер апгрейд. Делаются они из МВ трансформаторов и цешных, там немножко стекла, золотых проводов, микросхема. Ну а те в свою очередь просто-напросто один в один из соответствующего тира трансформаторов Грегтека. А второй вместе с Energy Unloader мне потребуется на другом конце этой самой железной дороги. В итоге, кстати, получается, что сюда может поместиться еще один вагон. И всего состав, состоящий из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 вагонов э, для своего размещения требует прямой участок рельсов длиной в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 H блоков. Ну, это будет полезно просто при проектировании необходимых площадей под железнодорожную станцию. Кстати, ровно аналогичным образом вагоны будут располагаться и у второго состава, который будет приезжать вот на эту разгрузочную линию. Сюда как раз из огорода будем привозить всяко разные растения. Тут у нас будет локомотив, тут будет энкор, карточка, точнее вагонетка. А вот где-то здесь или здесь нужно будет поставить energy loader для загрузки. Ну и дальше, соответственно, ITEM unloaders: один, второй, третий. Ну и все. Потенциально, соответственно, можно будет добавить еще пару, но я сомневаюсь, что мне это потребуется. Ну и локомотива там вполне хватает себе одного. Интереса ради решил проверить, а будет ли Energy Loader заряжать mfe карт если расположить его под рельсами оказалось, что будет. Таким образом получается, что в принципе на станции разгрузки у меня может вообще ничего выше поверхности пола, ну кроме рельс, не торчать. Что здорово. И, кстати, лучше все-таки э, размечать каждую станцию, лоудеры-анлоудеры, под конкретный состав. Потому что длина локомотива несколько больше, чем длина вагона. Если бы я померил по двум локомотивам вначале, я бы ошибся на один блок. А так, э, energy лоудер скорее всего, нужно будет поставить вот сюда. Ну, а здесь уже айтем. Анлоудеры раз, два и третий. Как видите, это немножко не то же самое, что на соседней веточке ровно такая же станция нужна и на другом конце этой ветки железной дороги. Точно так же длиной в 13 блоков и с аналогичным расположением только теперь уже Energy Unloader а и Item Loader. Ов. Они, соответственно, работают только будучи размещенными над железной дорогой. Еще один интересный вопрос: каким образом забирать электричество из МФЕ карт. Вот давайте сюда сколько-нибудь забросим, чтобы оно там было. Точнее, из МФЕ понятно, как забирать электричество из Energy Unloader. Потому что отдавать он может только Industrial крафт или энергию. Но на самом деле ничего сложного в этом нет. Нам потребуется два high-voltage трансформатора. Один из них мы превращаем в Industrial Craft вариант, второй оставляем граверский. А сюда подставляем, соответственно, и C вариант трансформатора. Он конвертирует энергию с 2 до 512 соответственно, вольт. А его переключаем в понижающий режим, с тем, чтобы он принимал до 2 кВт и отдавал, соответственно, по 0,5 кВт. Пол киловольта это тоже до 2, поэтому сейчас он фактически работает просто как ну, конвертер энергии из Industrial Craft в подходящий для GregTech трансформатора вариант. Ну а дальше мы ставим уже GregTech трансформатор, причем э, в повышающем режиме, с тем чтобы он поднимал мне напряжение до 2 киловольт. И после его можно либо сразу алюминиевым кабелем, либо через какой-нибудь однослотовый двухкиловольтный кВт Ну, нужно же энергии где-то накапливаться. Все то время, пока поезд ездит туда-сюда, откуда и будет кормиться электричеством, собственно говоря, майнер. Ну, а дальше отсюда уже любым удобным способом тянем алюминиевый провод до него. И как видите, энергия пошла благополучно. Здесь она убывает, сюда она прибывает. Мне бы, конечно, ее немножко оставить в МФЕшке, с тем, чтобы поезд смог уехать своим ходом. Ну ладно, как-нибудь с этим делом разберемся. А вот сюда, вот как раз, у меня подходят кабель и труба от майнера. Ну, с кабелем все достаточно просто. Просто протягиваем его и соединяем с бадбуфером. С трубой все немножко интереснее. Мне нужно какое-нибудь буферное хранилище, соответственно, где добытая руда могла бы накапливаться в тот период времени, пока поезда здесь нет. Соответственно, так, здесь manual оставляем. Вот этих вот буферов, которые в item loader, для этого явно недостаточно. У нас все-таки три вагона, соответственно, нужно, чтобы общий объем хранения ну, был как минимум не меньше. На мой взгляд, парочка сдвоенных э, обыкновенных самых ванильных сундуков подойдет для этого вполне себе. Их можно разместить каким-нибудь образом, ну, например, вот так вот один, над ним второй. Тут пару блоков можно спилить с тем, чтобы он открывался. А дальше э, к этому просто подвести item pipe. А уже отсюда, с другого края тех же сундуков, забирать это дело этим кондуитом. Так, здесь нам ничего не нужно. И раздавать, не знаю, правда, в режиме раунд робин ли или же просто последовательно все-таки время стоянки большое. Раунд робин плох тем, что будет в обоих вагонах, точнее, во всех трех вагонах, складировать понемножку одного и того же компонента. То есть, скажем,. Допустим, у меня есть 10 пылек, неважно чего. Пусть будет, не знаю, рубинов там. И он их разложит равномерно по всем трем вагонеткам. А если раунд робин не включать, то они будут лежать только в одной из них, занимая один слот, а не три. Поэтому мне кажется, что в данном случае раунд робин мне не нужен совсем. Здесь, конечно же, мы делаем режим insert. Так. И вот так. Ну, а там уже автоэкстракт и все такое. Так, ну и последний нюанс, который осталось сделать на этой станции, это, собственно говоря, поставить э, детектор, который будет проверять, ну определять то, что прибытие поезда, и таймер, который будет э, <как> определять, сколько времени ему здесь стоять. Хотя справедливости ради этот состав лучше развернуть в обратную сторону. С тем, чтобы детектор, э, State Cell и, собственно, лотинг трек находились все рядышком впритык друг к другу и не приходилось тащить Redstone сигнал куда-то вдаль. Соответственно, вот по этой ветке поезд будет заезжать, здесь останавливаться и по этой уезжать. Ну и еще один нюанс, который ни в коем случае не стоит забывать. А дело в том, что вот прям вот здесь у меня будет проходить майнинг пайп от майнера. Прям вот впритык к этому кабелю. Поэтому важно, чтобы на пути ее следования ничего не было. Иначе у нас что-нибудь обязательно сломается в процессе работы. И пару слов об обвязке самого майнера. Ну, понятно, контроллер и input бас э, по 60 труб в каждый, потому что я на высоте 120. Аутпут все как обычно. Отсюда у нас труба проходит мимо миксера, будет выплевывать сюда каменную пыль, всю что попадется. А остальное благополучно отправляется вниз на железнодорожную станцию. МЕ сундук здесь не нужен, соответственно, поэтому все просто трубой уходит. Ну и снизу мы получаем кабель алюминиевый с двумя киловольтами. Вот в толще этого пола стоит трансформатор, понижающий до полукиловольта. Впритык к нему еще один, понижающий до 128. Одной стороной он кормит Energy Hedge майнера а из другой мы забираем медным проводом э, напряжение в low voltage трансформатор, который соответственно питает миксер. У миксера сверху input bass э, два слоя, то есть у на input bass снизу и на миксере сверху стоят конвейер модули в режиме экспорт low input. Сверху у нас резервуар, который наполняет output hatch водой. Здесь 10 капсул, которые гуляют между ними по 5 штук. Ну и этот Output Hatch для стека капсул со смазкой. Я подозреваю, что этого хватит на весь цикл работы майнера. Таким образом, осталось э, наладить поставки сюда энергии, и можно будет включать его в работу. Далее. На вот этой станции мне необходимо, чтобы каждый из составов вставал строго на свою ветку. Ну, пока что составов всего два, поэтому достаточно направить один из них, чтобы он здесь вот повернул, а второй можно никак не трогать. И помогут мне это сделать два блока. Один из них Switch Motor. По наличию Redstone сигнала он переключает стрелку, рядом с которой он установлен. Установить, соответственно, его нужно будет вот сюда. Ну и коль скоро для его изготовления нужны э, зеленые микросхемы Railcraft, то хотелось бы сказать пару слов об изготовлении этих самых микросхем. Их всего э, три разных вида зеленые, желтые и красные, и делаются все приблизительно похожим образом из микросхем, золотых пластин и какой-нибудь зеленой краски. Причем это может быть химическая зеленая краска, которая делается там с использованием серной кислоты и бла-бла-бла. А может быть просто смешанная с водой зеленая краска, которая делается просто в миксере из просто воды. Так вот э, суть в том, что одной единички красителя в миксере с водой достаточно для изготовления ровно 8 э, таких вот микросхем, ну там зеленых, желтых или соответственно красных. А небольшая загвоздка в том, что делаются они в ассемблере, а миксер от ассемблера стоит на некотором удалении. Но это несложно обойти, просто-напросто соединив их между собой какой-нибудь тоненькой жидкостной трубой и э, обеспечив, скажем так, герметичность от нее всех прочих механизмов, мимо которых она проходит. И таким вот образом этих самых микросхем можно сделать сразу про запас, еще пригодятся. Но давайте вернемся обратно к Switch Motor. Вот стрелка вот Switch Motor, вот Redstone сигнал. Хоп, стрелка переключилась И теперь поезд, едущий оттуда, будет поворачивать Редстоун сигнала нет, стрелка переключена И поезд будет проезжать прямо А вот еще один, второй необходимый блок Детектор локомотивов Делается он, как и все детекторы из какой-нибудь фигни Так вот, если где-то рядом с ним Сверху, снизу, сбоку, над или под ну, в зависимости от того, как мы его поставим, располагается какой-нибудь локомотив, он начинает выдавать Redstone сигнал. Выдает он его только в одну сторону, и эту самую сторону можно повернуть туда-сюда при помощи монтировки. Хотя, или нет, или в обе стороны выдает, в общем, без разницы. В таком режиме, не настроенном, он будет реагировать на любой локомотив. Но дело в том, что локомотивы можно красить просто добавив любую краску сверху или снизу от него. А детектор можно настроить. Например, я хочу, чтобы он детектил только локомотивы, у которых primary color зеленый. И вот теперь, когда мы ставим сюда желтый, сигнала нет. Ставим зеленый, сигнал есть. Ну а дальше осталось просто совместить два этих устройства. И добавить к ним третье. State Cell. Дело в том, что э, после того, как локомотив проедет детектор За ним же будет еще тянуться энное количество вагонов И стрелка должна быть переключена все то время, пока этот состав тут проползает Соответственно, выход от детектора мы подключаем к входу стоит Cell А один из ее выходов, то есть она у нас каким образом работает Когда на нее подается сигнал, а она начинает подавать сигнал на один из выходов когда сигнал перестает подаваться, она начинает тикать установленное время и все это время продолжает выдавать сигнал на один из выходов. Когда таймер заканчивается, она мигает сигналом на втором выходе и гасит сигнал на первом. То есть, собственно говоря, все то время, пока здесь стоит локомотив, плюс настроенные там в данном случае три секунды, стрелка будет открыта, точнее ну, включена на поворот направо. Проверяем. Поставили, стрелка переключилась. Сняли. Раз, два, три. Стрелка переключилась обратно. Вот ровно это нам и требуется сделать. Причем ээ в зависимости от направления, где именно у нас будут располагаться по сторонам света вот эти два блока, State Cell можно будет расположить вот здесь или вот здесь, прямо под стрелкой. В любом случае у нас вход и выход располагаются на двух соседних гранях этой самой State Cell, поэтому в общем целом задача решаема во всех случаях. Но продолжим ее решение мы, пожалуй, уже в следующей части. А пока что у меня на этом все. С вами был Сэпент. Надеюсь, это было интересно. Всего доброго. Продолжение следует.